Традили великий осетинский танец, и надо отдать должное народному артисту Северной Осетии Алании Эльбрусу Кубалову, который сегодня руководит этим коллективом. Ансамбль танцует удивительный, потрясающий танец «Симт». В этом танце танцовщики плывут на очень высоких полупальцах. И в этом танце столько благородства, достоинства. А какое отношение мужчины к женщине? Северная Осетия, Осетия, осетинский народ славен великими именами. От Коста Хитогурова до Валерия Гергиева. Но почему-то, не случайно, выдающийся балкарский поэт Кайсын Кулиев написал, что если бы осетины создали всего лишь один танец, симт, они были бы великим народом. Великолепный танец симт. Государственный академический ансамбль танца Северной Осетии Алании «Алан».